Привет, умный лагерь! Меня зовут Алексей Костеевич, я из 16-го отряда. В этом лагере я уже второй раз, но выступать одному мне приходится впервые. Знаете что? Мне это уже нравится. Я иду навстречу приключениям, как бы страшно не было. Словно маленький папа из книги Александра Раскина, который всегда справедлив, идет вперед, стараясь помочь другим. А еще я люблю командные виды игр. И скажу вам по секрету, мечтаю создать свою. Играть в нее смогут и дети, и взрослые. А теперь посмотрите в мои трехцветные глаза. Их оттенок зависит от настроения, но ничто и никогда не заставит их потухнуть. Свет и тень, разгорю, помогу.